Северокорейское телевидение показало видео успешного запуска баллистической ракеты с подводной лодки. На кадрах присутствует лидер страны Ким Чен Ын. Он с улыбкой наблюдает за испытаниями неподалеку от места их проведения. Видео не датировано. По некоторым данным, запуск ракеты могли провести в декабре. Впрочем, в Сеуле в достоверность показанного не поверили. Военные республики Корея назвали ролик сфабрикованным. Минобороны страны предполагают, что он смонтирован из снятых ранее фрагментов. Часть из них взята с прошлогодних испытаний ракеты в Японском море. Южнокорейское агентство Орион Хаб со ссылкой на анонимный военный источник сообщало, что запуск был неудачным.